Слава Богу, братья и сестры, приветствую вас, харисты, тоже. Как-то непривычно стоять спиной к вам, ну, уж извините. Мы приехали к вам в гости, провели, или точнее, мы приехали к Сереже и Наташе Шевчук. Мы с одного города, в свое время жили на Украине, в Бердичеве, а вот так судьба разбросала нас. Сейчас мы живем в Далласе, я приехал с женой и со старшей дочерью. Просто в гости приехали и так, конечно, пришли на собрание. Рады видеть вас всех и были у вас на празднике, когда вы празднуете юбилей церкви. Вот, и было много очень проповедников, я тоже стоял в очереди, но не достоялся. Сегодня мне есть возможность попроповедовать, поделиться с вами Словом Божьим. Несколько слов о себе. Я родился в христианской семье. С детства был верующий, принял водное крещение, вот, и так служил Богу, как мог, что мог делать. Сейчас мы живем в Далласе, и наше служение мы занимаемся в реп-центре для наркоманов, служим там, моя должность там чаплен или капеллан, вот, и вот, что Бог позволил, тем и занимаемся. Есть в народе мнение, и оно у меня тоже было такое, что с наркоманами должны заниматься те, кто когда-то был наркоманом, и Бог им дал свободу, вот они должны с ними заниматься. Знаете, было время, Бог проговорил в мое сердце, что нужно заниматься с человеком, или Бог смотрит на человека, который вдалеке от него, просто как на грешника. Мы смотрим, да, этот наркоман, этот еще кто-то, вот, распределяем их по их грехам. У Бога, так скажем, единственный грех – вот это неверие в Него, ну, для тех, кто далеко от Него. И для каждого человека нужно спасение. И мы работаем с ними, как с душой, которой нужен Иисус. Да, там есть ребята, в основном ребята, которые из христианских семей, которые в свое время ходили в воскресную школу, но так получилось, плохие компании или доктора наши американские подсадили их на наркотики. И они не могли от этого сами освободиться, приходят в реп-центр. Но также несколько человек нам попало, которые совсем неверующие, они не знали никогда Бога. Один алкоголик, два высших образования, он попал, ему было что-то 30 лет, он закончил в Москве институт или университет, и здесь в Америке бухгалтер, и вот спился и тоже попал в центр, сейчас принял Христа, получил освобождение и довольный, славит Бога. Слава Богу, слава Богу. Два молодых парня тоже с Далласа, наркоманы, семья неверующая, они никогда не знали Бога, сейчас тоже ходят в церковь, молятся, вот как-то тянутся к Богу, и мы благодарны Богу. Бог позволил мне лично, мне, моей семье служить этим людям. Это велика Божья милость, Бог позволяет нам что-то делать в Его Царстве. И я благодарен Богу за это. Я благодарен Богу. Итак, хотел бы с вами поговорить, открыть место из Библии, и четвертое, там для операторов подскажу, чтобы искали. Извините, третья книга Царств, 19 глава. Перед этим чуть-чуть очень короткое вступление. У нас сегодня будет хлебопреломление. Мы будем причащаться тела и крови Господней. И как-то принято в основном в церквях, чтобы говорить о страданиях Христа. Я не буду о страданиях говорить сегодня Христа, но вот интересный момент. Первый брат начинал, он сказал, я хочу поговорить или сказать об отношении Бога к человеку или и человека к Богу. А я хочу поговорить о второй части креста, об отношении нашим друг с другом. И в Библии написано, что для того, чтобы участвовать в причастии достойно, нужно рассуждать о теле Господнем, так? Тело Господне – это Церковь Иисуса. И очень важно нам иметь отношения друг с другом тоже правильные. Участвуя в причастии, иметь отношения правильные. Я сегодня не буду говорить о прощении друг друга, а просто об отношении. Да, мы должны прощать, мы должны как-то вот, правильные отношения быть, но очень важно, и не только перед причастием, всегда иметь правильные отношения друг с другом в Церкви Христа, в теле Христа. Итак, третья книга Царств, 19 глава,
конец главы, это 19 стих, 19-19. Здесь говорится за Илью. Перед этим Бог сказал, найди Елисея, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помажь в пророка вместо себя. И вот идет Илья, и 19 глава говорит так. «И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо него, бросил на него мелодь свою. И оставил Елисей волов, и побежал за Ильей, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что я сделал тебе?» Он, отошедший от него, взял пару волов и заколол их, и, зажегший плуг волов, и жарил мясо их, и раздал людям. И они ели, а сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. Вот такое событие. Илья и Елисей. Два человека. Один пророк, второй работает на поле своего отца. Имя его Елисей. И, возможно, читая, Библия не рассказывает о его семье, возможно, это была богатая семья, потому что 12 пар волов, понятно, он был при 12-й, то есть возле других пар волов работали другие люди, возможно, слуги его отца. Он там работал. Приходит Илья, все, он понял свое призвание, он дождался своего времени, все бросает. Интересно, что сжигает плуг, возможно, он был деревянный, он сделал костер с него, пожарил мясо, сделал стейк вкусный, раздал людям, в Техасе, между прочим, приезжайте в Техас, там очень вкусный стейк, раздал людям и пошел за Ильей. Что интересно, что... Этим показал то, что назад возврата нету. Если он, ну вот представьте, он походил там месяц-два с Елисеем, с Ильей, Илья ему не понравился, он возвращается назад. Ну понятно, у отца там много всего есть еще, он возьмет другой плуг, других волов и будет работать. Но в принципе он сжег то, чем он занимался до этого, он оставил и нету возврата назад. Есть люди, которые сидят дома и ждут, что Бог им поручит какое-то дело духовное, и они чем-то будут заниматься. Но если человек ленивый, если он ничего не делает, Бог таких людей не употребляет для своего царства. Очень важно, возможно, сейчас мое слово больше к молодежи, что очень важно, чтобы ты был послушный, ну, в частности, своим родителям. Если ты послушный, если ты работаешь, если ты что-то делаешь в своем доме, Бог видит тебя, и впоследствии Он пошлет тебя на духовный труд, на то, чтобы служить для других людей, как Бог послал Елисея. То есть Он его там нашел, Он его там увидел. Но Елисей пошел за Ильей. И когда мы читаем дальше Библию, там очень интересный момент тоже есть, что в повествовании об Елисее один из людей говорит, что там вот есть Елисей, они еще не знали, что он пророк, он говорит, он вообще был, он, что он делал? Давал воду на руки Ильи. То есть, когда он ходил за Ильей, Илья был пророк, Илья служил Богу, Илья ходил, пророчествовал, Илья делал какие-то чудеса, Елисей ходил сзади него, и умывальников не было, и когда Илья утром вставал, умывался, он поливал ему воду на руки, он мыл руки и мыл лицо свое. Это было все его служение. И кажется, он походил бы месяц-другой, сказал бы, слушай, я тут у меня... Мне хочется что-то большие дела делать, ты все делаешь, я только хожу сзади тебя прислугой твоим. Но это все время, это была учеба для Елисея. Он ходил, он смотрел, как Илья молится, он смотрел, потому что Божий человек, он не просто служит Богу,
Он общается с Богом, он пребывает в Боге. Он смотрел, как Илья молится, как Илья читает Библию или книжные свитки, возможно. Он смотрит, как Илья относится к людям. Он за всем смотрел. Он видел, насколько Бог близко с Ильей. И приходит время, Бог запланировал взять Илью на небо. Ну, Илья думает, чтобы было спокойно, я буду один, говорит Елисей, Елисей, останься здесь, мне нужно пойти вот в другой город, и потом это, встретимся. Он говорит, на, нет, я пойду за тобою. Пришли в тот город, он говорит, ну, ты здесь останься, мне нужно пойти туда. Нет, я пойду за тобою. Очень важно, уже в то время Елисей, научившись у Ильи общаться с Богом, Елисей, я думаю, что он уже получил откровение от Бога, что твой господин или тот, кому ты служишь, будет взят на небо. Он уже получил от Бога какое-то слово, потому что время, которое мы проводим с людьми, которые близко с Богом, не проходит для нас напрасно. И Илья понял, извините, да, Илья понял, что от Елисея так просто не отделаться. Он говорит, хорошо, скажи, что ты хочешь? Я буду взят на небо, что ты хочешь? И ответ, который меня сильно поражает, читая, вдумываясь над этим, ответ, он говорит, я хочу, чтобы сила, которая на тебе, была на мне вдвойне. О, трудного ты просишь. Но когда увидишь, как я буду взят на небо, будет тебе это. Уважаемые, вот что бы вы попросили? Ну, я бы сказал бы, вот я хочу обладать такой же силой, как ты. Я не знаю, мне не хватило бы дерзновения просить вдвойне. Этот человек просит силы Божьей вдвойне. К чему я это говорю? Я хочу сказать, что мое желание, чтобы Церковь Божья на земле росла и прогрессировала. Иногда приходится слушать такие вот рассказы. Вот в наше время было, Бог действовал, наполнял силою, крестил Духом Святым, мы падали там от силы Божьей, все. А сейчас что? Хотелось бы слушать другие слова. В наше время было сильно, а сейчас еще больше. Потому что Бог не меняется, Его сила не изменяется. И чтобы наше желание было, чтобы Божья сила проявлялась вдвойне, чтобы люди спасались, чтобы люди исцелялись, чтобы Бог действовал, чтобы мы видели действующую Божью силу. Очень важный момент еще, когда израильтяне вышли из пустыни, мы вчера беседовали немножко, я говорил об этом, что когда евреи вышли из пустыни, там было два поколения людей. У одних была цель или стремление, желание, как нам выжить в пустыне. У других же, как нам пройти пустыню, войти в обетованную землю и жить там. Две группы людей, одна группа людей, но у них две разные цели. Для меня сейчас цель, как выжить в Америке, дождаться пенсии и вот так. Для моих детей цель совсем другая. У них цель, как прожить в Америке, как здесь жить, как здесь создавать семьи, вот в таком плане. Мы ходим в одну церковь, постарше люди и молодые люди. У старших людей одна цель, у молодых людей другая цель. И мы не должны друг другу мешать, а должны только помочь друг другу. Очень интересно, я когда готовил это слово, мне вспомнилась наша семья. Мы жили на Украине в доме, который имел, как дублекс. В одной половине жила наша семья и дедушка с бабушкой, в другой половине дядя мой, то есть дедушкин сын с семьей. Дедушка наш не был служитель, он был портной.
Он был инвалид, у него чашечки не было на ноге, и он каждое утро вставал, у нас был по соседству такой домик небольшой, он уходил туда и там целый день шил. Он фуражки шил, валенки шил, то есть занимался какой-то работой. Но я никогда не видел, как он молится. Он никогда не садил меня и не учил меня из Библии. Но анализируя сегодня его жизнь, я был уверен, что то время, когда он в том домике находился, когда он шил, он там проводил время в молитве за свою семью. У него 5 сыновей и 2 дочери. Один пастырь из сыновей его, 2 директора миссии, еще один диакон, дочеря его занимались милосердием, еще и на Украине, и живя здесь в Америке. Можно сказать, все служители. В этом дуплексе жило 3 внука. Все 3 пастыря. В этом вот я вижу, как Бог, прогрессирует. То есть, как он работает в семье, кажется, дедушка не был служитель, просто ходил в церковь и все, и вот, а дети его хуже, а внуки вообще ушли от Бога. Нет, почему-то возрастает, и я благодарен за это Богу. Я хотел бы, чтобы мои дети тоже все были служителями, чтобы они были верные Богу, служили Ему и посвятили свою жизнь для Бога. Не обязательно пастырями, но чтобы они были верные Богу и знали голос Божий и служили Ему. Итак, Елисей просит у Ильи: я хочу, чтобы сила, которая на тебе, была на мне вдвойне. Приходят, тут огненная колесница подхватывает Илью и возносит на небо. И Елисей это все видит. И плащ, верхняя одежда Ильи упала на землю. Елисей ее поднимает, подходит к речке и говорит: где Бог Ильи, тот самый? Ударяет этим плащом, мелоть, написано в синодальном переводе, мелотью по воде, вода расступается, он проходит как по суше. И эту силу, он понял, что действительно сила на нем почила. И когда он приходит, там сыны пророков подходят и все ему кланяются. Еще вчера он был наравне со всеми учениками, со всеми пророками, которые учились пророчествовать. Сегодня он тот человек, которому все поклонились. Они тоже увидели, что сила, которая на Илье прибыла на Елисея вдвойне, в 2 раза больше. И когда мы читаем Библию, мы находим это, что он совершил чудес в 2 раза более, чем его, тот, который учил его, с которым он был рядышком. Смотря на жизнь церкви, во-первых, я хотел бы обратиться к старшему поколению, к людям, которые, к родителям. Не вижу здесь там сильно пожилых людей, хотя здесь уже есть дедушки, бабушки. Вот. Пожалуйста, посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на свое хождение перед Богом. Я сейчас не говорю о спасении. Я знаю, что мы спасены кровью Христа. Мы спасены Его милосердием. Вот. И Библия говорит: вы посажены на небесах. И мы знаем это, мы уверены в спасении. Но посмотрите на свою жизнь, насколько мы являемся примером для молодого поколения, для своих детей, и не только для детей, просто для молодых людей. Насколько они видят в нас христиан, насколько они видят нас, как мы любим Бога, как мы к Нему стремимся. Второй момент. Те, которые помоложе, дети, молодежь, ищите себе того, у кого бы вы могли научиться, кому бы вы могли подражать, следовать за Иисусом Христом. Найдите такого человека, ходите с ним, скажите, если это не, ну,
не ваш родственник, понятно, вот, ну, например, вот вы придете к пастору, скажете, ну, вот ты нам, брат, ты нам нравишься как служитель, я хочу вот научиться у тебя чему-то. Ну, тогда нужно сказать ему об этом, не просто ходить за ним и смотреть, как он служит Богу. Найдите себе человека, скажите, слушай, научи меня, как ты молишься, как ты общаешься с Богом, дай мне свои практические советы. То есть не только, чтобы я воспринимал это в церкви, как-то учился, расскажи мне, как ты любишь Бога, как ты читаешь Библию, как ты получаешь откровение от Бога, как ты молишься в тайной комнате, когда тебя никто не видит. И придет время, и вы скажете, Господь, я хочу, чтобы сила, которая на вот этом человеке, который был для меня учителем здесь на земле, чтобы она была на мне вдвойне, твоя сила, чтобы я мог идти и делать намного больше то, что сделал этот человек, что сделал мой предшественник. Пусть сила, которая будет на моих родителях, которые любили Бога, будет на мне вдвойне, чтобы я мог совершать чудеса для Бога, чтобы я мог... чтобы по моему слову воды расступали, чтобы по моему слову сердца людей, которые не знают Бога, могли плавиться. Вот такое у меня желание. Вот такая у меня просьба. Вот это ну, сегодня цель моей проповеди. Пожалуйста, стремитесь к Богу. Подходите к Нему ближе и ближе, чтобы Церковь Божья на земле, она умножалась. Буквально недавно, разговаривая об одной русской церкви, я услышал такую фразу, которая меня очень обрадовала. Это одна из самых прогрессивных церквей в этом городе. Самая быстро растущая церковь в этом городе. Ну, не буду называть город, не буду называть церковь. Я такое услышал об этой церкви. Я радуюсь. Церковь растет. Церковь умножается. Люди спасаются. Американцы приходят, служение проходит на двух языках, и люди спасаются. Посмотрите уже, опять же, обращаясь к старшему поколению, посмотрите на себя и посмотрите на своих детей. Нам нужно выжить в этой стране. Детям нужно жить в этой стране. Церковь должна расти. И она должна расти не только со славян, потому что мы живем в Америке, и должны приходить американцы. Когда мы уйдем из этой земли, церковь должна, именно поместная церковь, должна не уменьшаться, но возрастать и приносить пользу для Божьего Царства. Уважаемые, я хотел бы вместе с вами молиться. Просто после, не знаю, после этих слов, если у вас есть что-то сказать для Бога, скажите Ему об этом. Ищите у Бога силы, мудрости и поддержки, чтобы просто Бог наполнял, опять же, для того, чтобы Царство Божие расширялось здесь, на этой земле. Еще один момент, конечно, в этой молитве и вообще вот по домам, когда вспомните, молитесь за Даллас. В Далласе очень много русскоговорящих, много неверующих русскоговорящих. Одна небольшая церковь, в которой 50 человек, одна баптистская церковь, человек 10 из русскоговорящих, и одна, еще одна пятидесятников, человек тоже 10. Все. Хотелось бы, чтобы Бог действовал, чтобы и церкви росли, чтобы люди там спасались. Молитесь за реп-центр, чтобы Бог там делал свою работу. Работа с наркоманами одна не из легких. Если вы сможете поддержать финансово это служение, конечно, мы открыты для этого, принять хоть некоторые финансы, но это я не приехал делать сбор сегодня, я приехал посетить моих друзей и поделиться с вами Словом Божьим. Пусть Бог всех благословит, склонимся для молитвы. Аминь.